Совсем недавно я вам показывала самый большой памятник Рима, который охраняет сердце вечного города – стену Аврелиана. Сегодня мы начинаем нашу прогулку за городскими стенами. Мы видим великолепную гробницу в форме четырехугольной пирамиды. Она была построена в 12 году до нашей эры. Пирамида полностью покрыта карарским мрамором. Эта пирамида уцелела только потому, что император Аврелиан в 275 году нашей эры вставил ее в оборонительную стену в качестве башни. Также видим ворота Сан-Паоло, которые стали музеем. И стену Аврелиана, которая проходит вдоль нынешней улицы Устьенце. Идея построить надгробный памятник в форме пирамиды, видимо, пришла после завоевания Римом Египта. В это время произошел взрыв моды. В городе начала распространяться настоящая египетская мода. Эта гробница была личная гробница Кая Цестия, богатого политика первого века до нашей эры. Еще при жизни он купил очень ценные и дорогие гобелены. Это были первые гобелены, сделанные из драгоценных золотых нитей. И, конечно же, как и многие фараоны, Гай Цестий хотел разместить их у себя в гробнице. Но император Август объявил о новом законе, который запрещал показную роскошь в публичных местах, а также было запрещено захоронение с драгоценными предметами. Наследники продали гобелены и на вырученные деньги сделали две статуи из позолоченной бронзы, которые установили у входа в пирамиду. Сегодня эти статуи находятся в капиталистских музеях. Мне еще предстоит найти их. Когда буду в капиталистских музеях, обязательно покажу вам их. Гробница была построена из бетона и кирпича и облицована карарским мрамором. Внутри гробницы украсили фресками. Погребение было замуровано кирпичом. Во время своего понтификата Александр VII дал жизнь ряду проектов, которые изменили облик города. Он занимался восстановлением престижа столицы католического мира. При Александре VII перестраивали город. Был восстановлен пантеон, а в 1656 году приступили к восстановлению пирамиды. Памятник был окружен забором из туфовых блоков и имел четыре колонны по углам. Позже в слое земли колонны были найдены и подняты. Здесь мы видим их и сегодня. Но, к сожалению, во время официального открытия пирамиды внутри нее уже было все разграблено. Урна с прахом так и не была найдена. Таким образом, внутри сохранились только фрески. В 2014 году пирамида была отреставрирована и очищена на деньги японского магната. А взамен он попросил мемориальную доску рядом с пирамидой. Гай Цестий в своем завещании приказал, чтобы наследники воздвигли ему пирамидальную гробницу в течение 330 дней после его смерти. Если не успеют, то могут потерять наследство. Почти за год была построена эта пирамида. Если присмотреться, то на пирамиде как раз есть надпись, которая гласит, что эта работа была завершена за 330 дней. Мода на Египет заключалась не только в построении одной пирамиды. В Риме их было три. Одна стояла на месте церкви Санта Мария де Миракули на Пьяцца дель Пополо, другая в районе Ватикана. Есть несколько изображений этих пирамид в произведениях искусства и даже на двери базилики Святого Петра. Ну и, конечно же, вы, наверное, помните, что в Риме находится 13 египетских обелисков. В Риме был период, когда была ненависть ко всему, что было связано с языческой религией и с римской историей. Католическая церковь пыталась уничтожить и стереть их следы. Так были уничтожены языческие храмы, например, храм Исиды. Это был роскошный и великолепный храм. При раскопках были найдены скульптуры, которые сейчас украшают город. Я вам рассказывала про храм Исиды. Под видео оставлю ссылку. Кто не видел, посмотрите. От всего этого почти ничего не осталось. Храмы исчезли, скульптуры, которые их украшали, были разрушены. Я сказала «почти», потому что, говоря об этом времени, когда стирали с земли следы языческой веры, я вспоминаю о пантеоне, ведь он тоже был языческим храмом. Его просто вовремя превратили из храма в церковь. Все предметы, связанные с языческим культом, были уничтожены, а вместо них появились статуи христианских святых. Мы к пантеону еще вернемся, и я вам обязательно все подробно расскажу. Когда планировала эту прогулку, была уверена, что покажу вам еще один музей стен, некатолическое кладбище. Но пандемия вносит коррективы в нашу жизнь и планы. Все было закрыто. Мы привыкли называть Рим музеем под открытым небом, потому что везде мы видим памятники архитектуры. Но мало кто замечает уличное искусство.
Вы думаете, оно появилось недавно? Вы ошибаетесь. За площадью Навона на Виа делла Маскирадоро находится дворец Милези. Он украшен сценами, связанными с греческой мифологией. И таких дворцов в Риме много. Расписанные фасады домов были в моде с XVI века. Их росписью занимались многие великие художники Возрождения. Сейчас очень часто такие фасады называют говорящими, ведь они рассказывают нам историю. Мы вновь возвращаемся к пирамиде. Здесь, недалеко в районе Горбателла, на улице Тор-Маранча, находится современная художественная галерея под открытым небом, где яркие и роскошные произведения просто поражают своей красотой. Таким Рим вы еще не видели. В Риме очень популярно уличное искусство. За последние несколько лет на улицах периферии появилось много монументальных фресок, которые радуют глаз. В 2015 году очередь дошла до улицы Тор-Маранча. 20 художников из разных стран за 70 дней работы создали 22 монументальные фрески, которые украшают дома. Не все работы видны с улицы, поэтому, чтобы в полной мере насладиться каждым творением, необходимо будет прогуляться по дворику. От пирамиды Цестия я поднялась на холм Авентин. Авентин – это один из 7 холмов Рима. Здесь всегда тихо и спокойно. Разве что иногда бывает очередь на площади Мальтийских рыцарей, чтобы заглянуть в замочную скважину, откуда открывается прекрасный вид на 3 государства. А ведь архитектором этой площади и магистральной виллы Мальтийского ордена, которая находится за забором, был художник-график Джованни Батиста Пиранези. За свою жизнь он создал огромное количество гравюр, изображающих виды знаменитых мест Рима, но построил мало зданий, поэтому его называли бумажным архитектором. Он, кстати, и похоронен в церкви на вилле Мальтийского ордена. Здесь же находятся 2 великолепных апельсиновых сада, где можно прогуляться, отдохнуть и полюбоваться видами на Рим. В Риме очень много переносных фонтанов. Из-за каких-либо обстоятельств их переносили с одного места на другое. К таким фонтанам относится и этот безымянный фонтан. Он чем-то напоминает нам фонтан Маска, который находится на улице Джулия, и знаменитые уста истины.
Не находите? Эта маска была сделана в конце XVI века. Несколько раз меняли чашу этого фонтана и место его нахождения. Перед тем, как перенести сюда, он стоял на берегу Тибра напротив церкви Сан-Джованни дей Фьорентини. Площадь Уст Истины. Здесь мы видим два античных храма, прямоугольные и круглые, фонтан и церковь Санта-Мария Инкосмедин. Она была построена в VI веке на месте одного из языческих храмов. Круглый храм был посвящен Геркулесу-победителю. Говорят, что этот храм был первым зданием в Риме, построенным почти целиком из мрамора. Мрамор был привезен из Греции, и строительством этого храма занимались греки. В то время римляне еще не имели опыта работы с мрамором. Сейчас, если обойти вокруг этого храма, то можно увидеть не только греческий мрамор, но и итальянский, карарский мрамор. Это уже после реставрации. Этот фонтан мне напоминает чем-то фонтан Тритона мастера Джан Лоренцо Бернини, который находится на площади Барберини. Уверена, что авторы этого фонтана, а их было несколько, были вдохновлены его работой. Но в честь понтифика, заказавшего фонтан, был задуман бассейн в виде восьмиконечной звезды – герб семьи Альбани. В центре утес, украшенный пучками растительности. Над обрывом два стоящих на коленях тритона. Их украшает герб Альбани. Опять свидетельство того, что не автор подписывает свою работу, а заказчик увековечивает свое имя. На этом месте с античных времен были мосты. Первоначально это был деревянный мост. Потом, после частых наводнений, он был разрушен. Позже был построен более крепкий и надежный каменный мост. Он был самым длинным среди древних мостов Рима. Остатки древнего моста сейчас называются Понте Ротто, сломанный мост. Он является первым каменным мостом в Риме. В этом месте самые неспокойные воды Тибра. Здесь река делает поворот. Мост несколько раз реставрировали, и он прослужил почти до конца XVI века. В летнее время руины моста покрыты растительностью. Это придает романтический вид реке. Сломанный мост до сих пор напоминает об огромной силе Тибра. Рим не перестает удивлять. На каждом шагу мы встречаем памятники, которые, кажется, сами рассказывают свои истории, как будто все произошло вчера. Зная, на что обратить внимание, у любого из вас получится очень интересная и познавательная прогулка по Риму. Перед нами остров, у которого нет названия. Он просто стоит посреди реки Тибр. Чаще всего его называют остров Тиберина. Что же интересного можно увидеть в этом уникальном месте Рима? На этом острове находился храм Эскулапа. И хотя никаких следов храма до сих пор не обнаружено, археологи считают, что он находился точно на том месте, где сейчас стоит базилика святого Бартоломео. Про историю образования острова Тиберина трудно сказать однозначно. Он окутан легендами. Здесь находится больница с названием Фате Бене Фрателли, «Братья, творите добро», которая работает с 1584 года. Здесь же, на этом острове, монах открыл стоматологический кабинет, где в XIX веке он удалял зубы без инструментов, используя свои сильные руки. Он каждое утро тренировал их, поднимая тяжелые предметы. Имя фра Джованни Батиста было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Перед нами фреска Мадонны XIII века. Сначала она находилась здесь, на улице. Но когда было наводнение в 1557 году и Тибр вышел из берегов, вода поднялась так высоко, что затопила образ Девы Марии. Но он был виден даже под водой, потому что его подсвечивал небольшой масляный фонарик, который продолжал гореть во время потопа. Сейчас перед нами копия, а оригинал находится в церкви.
Башня известна как Торре де Пьерлеони. Это был дворец семьи Пьерлеони до XII века. И также башня известна как Торре делла Пульцелла. Так называют башню за небольшую мраморную голову, встроенную в башню. Она датируется первым веком нашей эры. Район, где жила и живет еврейская община, в Риме называют гетто. Это несколько улиц. Раньше это место для жизни было не очень хорошее. Так как до укрепления набережной Тибр очень часто выходил из берегов, и этот район больше всех страдал от наводнений. Было время, когда еврейский район был огорожен забором. В нем было несколько ворот. Жители могли находиться за территорией района только днем, а вечером ворота закрывали на замок. Кто не успевал вернуться, были наказаны папским правосудием. Сегодня нет ни забора, ни ворот. Эти жуткие воспоминания остались только на картах города. И для многих туристов еврейское гетто является любимым и колоритным районом города. Мне всего лишь надо было пройти через рынок, но пройти через знаменитый рынок просто так невозможно. Хочется всегда окунуться в атмосферу, которая здесь царит. И античных колонн даже в магазине, где продают овощи и фрукты. А на площади Навона реставрация фонтанов продолжается. Я вам уже много историй рассказывала про площадь Навона, но в запасе у меня есть еще что рассказать, так что мы не раз еще сюда вернемся. А на этом я буду прощаться с вами и до новых видео, друзья. В конце видео я добавлю несколько минут с прогулки по городку Анцио.